Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Кадзеруб. Перережь веревочку, корми амнямчика. У нас сегодня третья коробочка, коробка из фольги. И давайте же с ней знакомиться. А некоторые крепежи можно двигать пальцем. Это я знаю, да? Поэтому берем вот так вот. Аккуратно эту звездочку, эту, а теперь летим к амнямчику. Он за нами соскучился, проголодался за те несколько дней, которые не было обзора, поэтому сегодня мы его хорошенько накормим. Итак, здесь нам нужно как-то рассчитать расстояние, да? Наверное, нет, не так. Что уж ты поделаешь, а? Вот, наконец-то, отлично. Третий уровень. Так, у нас здесь вот эти, которые хватают веревочки. А как же здесь быть? Получается, вот так нужно сделать. Теперь вот так. Дальше нужно понять эту всю кухню. Ай, звездочку не взяла. Как же теперь? Может, можно поддуть? Можно, отлично. И получается теперь. Ага, может, ближе еще. Точно, вот оно решение. Идем дальше. Ох ты, а здесь вообще как-то нужно интересно провести наш шарик, чтобы. Ай, нет, поспешил. Вот так вот. Наверное, не спеша нужно, да, видите? Вот, вот, вот оно. Вот оно правильное решение. Ам-ам. Готово. Пятый уровень. Так, а здесь нам. Ничего себе, как нам быть здесь? А, там еще одна веревочка, я ее не увидел. Вот так вот нужно оттянуть, чтобы маятник сделать. Опа. Ай, нет. А как же тогда быть? Даже я не знаю. А, по-моему, знаю. Нет, не получается. Вот так мы это отодвигаем. Я сразу не понял, что ее можно отодвинуть. И берем звездочку. Все. А вот теперь. А вот теперь. Нужно как-то аккуратно взять эту звездочку и привести ее ко мне. Все, наконец-то. И. Ам. Так, стоп. Ничего не режешься. Вот, все, готово. Можно переходить к шестому уровню. Ого. Так вот. Ну, это, в принципе, понятно, да? Мы режем. А, там было. Там звездочки исчезают. Здесь нужно быстрее думать. Да что ж такое? И есть, успел. Успел, успел, успел. Опять эти звездочки, которые исчезают. А теперь у нас двухэтажный уровень. Ладно, получается. Вот так вот мы летим, да? Опа, нужно очень аккуратно. Как же здесь? Стоп, я не понял. Тут же звездочки. Две. Потом к амняму нужно будет упасть. Амням же у нас внизу. Так, пробуем еще раз, когда не знаешь карту. Хватайся. Это мы сразу пододвигаем сюда. О, успел лопнуть. И теперь все, что нужно, это вот ровненько вниз скинуть этот кексик. Опа. Отлично. Следующий, восьмой уровень. Итак, а здесь у нас. Интересно, как это будет выглядеть. Ведь если так сделать, то. Нет, все.
Опять раскатывать. Достал. Все, я думал, не достанет. У нас в предыдущей коробке было почти похожее такое задание, да? И теперь нужно четко... только две звезды, я не успел. Нужно успеть, пока вот та, внизу, не пропадет. Вот, я все сделал. Опа. Не коснись, пожалуйста, не коснись. Опа, есть, готово. У нас 9-й уровень уже. Стоп, я что-то не совсем пойму, куда, как, что. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Опа, есть, успел. Остальные звездочки не пропадают. Поэтому можно их сколько угодно здесь теперь держать. Ничего страшного не будет, да? И кормим амняма. Есть, готово. А у нас 10-й уровень. Так, звездочки вроде бы все нормально. Не пропадают. А, вот мы так оттягиваем, получается, да? Опасен. Там же шипы. Я как-то про шипы вообще не подумал. То есть нам нужно просто здесь силу определенную вот так вот приложить. Но только сильнее. Вот, допустим, такую силу где-то пополам, да? Нет, мало. Еще ниже. Вот, отлично. Все, теперь беру конфетки эти, кушаю. И все, кормлю амняма. 10 уровней позади, в среднем на уровень где-то уходит 1 минута. Так, раз. Ай, нет, ну... А что ж ты так сильно прыгаешь? Да, не получилось. Вот так вот было сколько легких уровней, теперь уровень очень сложный. Опа, я звездочки все взял, теперь как-то к камнямчику поближе. Ну, о, есть, наконец-то. В этом уровне нам просто нужна была удача, без нее никак. Так, а что здесь? Наверное, как-то пониже нужно. Опа! Вперед. Наверное, вот так вот. Вот, есть. Вот так. А фактически больше нам ничего не нужно. Можно было и сверху амняма кормить, да? Опа, класс, с первого раза. Есть сложные уровни, есть довольно-таки легкие. Вот интересно, это уровень какой у нас? Вот так вот, теперь поддуваю. Ай, не успел. Вот так, раз. Два. Ой, стоп. Все, я понял. Нужно вести вместе. Вот. Да, вот так вот нужно было сделать, а не резать веревку. Хоть игра и называется «Перережь веревочку», но не всегда ее нужно перерезать. Избегайте электрических искр. Ага, такого у нас еще не было. Раз. И... Ай-яй-яй-яй-яй, почему же оно не выключилось? Так, нужно как-то раз. И сюда. Есть. Сейчас успел. Уже 15-й уровень на подходе. И опять это электричество. Так, как же быть здесь? Вот так вот летим вверх. Здесь нам получается эта подушка для того, чтобы... Ай! Вот, я без веревочки, хотел сказать, обойдусь. Но сама она нас нашла. А раз нашла, почему бы ее не перерезать, правда ведь? Ух ты, а здесь? Как же здесь? Нет. Почему так слабо? Наверное, нужно одновременно, может быть? Ой, понял. Так, ток прошел. Теперь вот так вот раз, и все. И можно спокойно кормить амнямчика. Только нужно немного вот, чтобы остановилась конфетка. Каких только не придумают уровни разработчики. И это только третья коробка. У нас еще впереди, сколько там, всего 17, я говорил, да? Так, получается, вот так вот. Давай быстрее
Вот, успел. И... вот так вот теперь. Теперь здесь так же самое быстро нужно все сделать. А, я здесь я не успеваю. Блин. Чуть-чуть. Все ж так хорошо уже было. Оставалось совсем чуть-чуть. Нужно с первого раза. Ай, поспешил. Ну и спешить тоже сильно не нужно. И... опа. Есть. Ну давай, дуй. Вот, все, наконец-то. Тоже не сильно удачно, но прошел. А, постепенно подбираемся к концу этого обзора, но еще, конечно, уровней много. Так, как быть здесь? Получается, нужно... а, там же у нас... ой-ой-ой. Нет, не то. Так вот, раз. Два-с. И... все, накормили наконец-то. 19 уровень. Так, что у нас здесь? Расшатываем. Раскачиваем. Вот. Ага, я не успею. Тут нас, как всегда, ждет паучок. Все, потому что я неправильно сделал. Можно было падать сразу на эту звездочку. Вот, допустим, вот так вот. Вот, все, успел. Доля секунды. А еще бы совсем немного, и паучок оставил бы мняма без ужина. Ай, неправильно, сразу вижу. Нужно вот так вот. Раз. Ой. А как же быть здесь? Нам, получается, нужно... вот. Раз и все. Те нижние даже не нужны были. Уже 20 уровней позади, и осталось всего 5. О, что-то похожее было недавно, да? Надеюсь, здесь нет времени. Опа. Да, и я не так. Сразу неправильно полетели. Давай, давай. О, долетели. Видели куда? Ай! Хорошо, что там был еще один шарик. Так, и нужно здесь еще. Вот, все. Теперь нам ничего не помешает. Накормить амняма. Отлично. Прикольный уровень. А, думаю, вы со мной согласитесь, да? Ох ты. Ох ты, ох ты. Так, раз. Теперь, наверное, вниз нужно, да? А, теперь вот. Да что ж такое? Режь. Я же все старался сделать аккуратно, он почему-то не хотел резаться. Раз. Да, с этим проблемы здесь, с обрезанием. Потихоньку. Теперь нормально. Вот так вот. И лети, шарик, лети, лети. Да давай же, опять видите, не обрезал и все. А, так даже сразу я не ударил током ее. А, даже лучше, что сразу не обрезал. В итоге все получилось. Ой-ой-ой. А здесь как? Там присмотреться. Оп-оп. Так. Никто не... как же теперь? А, получается, наверное, нужно вот так вот. А теперь... лоб. Вот так вот. А-а-а. Вот, а мне... а, в смысле, молодец, что сориентировался. То есть, если бы он ее сейчас не взял, эту конфетку, она полетела выше. А я не успел ничего с этим сделать. Так, опа. Ага, не так. А как же? Тоже не так.
Ого. Даже не знаю. Может, нужно как-то... Да нет, ну точно не так. Может, нужно... А, вот оно как. Смотрите-ка, раз. И лопаем, кормим. Вообще прикольно. А, предпоследний уровень должен был очень сложный быть. Ну, или мне просто повезло, или он никакой не сложный. Так, здесь... Ух ты, а как же здесь? Это, наверное, потом нужно делать, а не сейчас. Поэтому полетели вниз. А, вот оно что. Нам нужно шариком гонять, да? О, отлично. Видели, как я справился почти сразу. А теперь нужно просто подуть немного и... Есть, 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 есть. Это победа. Это полная победа над этими уровнями. 25 уровней очередные пройдены. Наша вот эта вот коробка из фольги тоже нам поддалась. И мы в следующем обзоре перейдем к волшебной коробке. Вот она у нас какая. А поэтому, если вам было интересно, если вам наше прохождение нравится, помогает, то, пожалуйста, поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, не забывайте делиться с другими детками, а также подписывайтесь, не пропускайте наши новинки. Очень скоро следующая серия, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Пока-пока, до новых встреч!